здравствуйте, 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 мои дорогие, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. В общем, один сайт, Nefchik, по-моему, так называется. Если я его неправильно назвала, я его напишу здесь. И вы это увидите. Предложил мне посотрудничать с ним, но я просто не могла отказаться. Это также китайские товары. Но я так рада, что этот заказ мне пришел прямо перед поездкой в Москву. И я вам покажу сейчас. Начну сначала с сумочки, одной хозяйственной сумочки. Где-то года 2 или 3 я посмотрела Наташечку Горбатову или Ирину. Нет, Наталью, по-моему. И она приобрела эту сумку. Я думаю, о боги, я... Нельзя говорить о боге. О бог, я хочу такую сумку. И о, он мне помог. Опа! Сумочка такая. Смотрите, я сейчас ее открою и покажу вам. Так, пришла она вот в такой тоже упаковочке. Эта сумка, все знают, что у меня есть Витька. И у Витьки есть багажник. И в багажнике вечно как-то. И вот я заказала вот такую сумочку. Так, здесь даже она застегивается, если надо тонкую. Если надо маленькую. Смотрите, бомбище. Ой, как же показать все, чтобы вам видно. Это вот такая сумка. Смотрите, вам видно или нет? Здесь перекладины. Раз, два. Я еще картинку вставлю, чтобы вы видели. И большая. В общем, здесь всякие шампуни, можно пакеты, сумки, ключи для мытья стекол. Для... Потом, смотрите, как она впереди. Вот здесь кармашики такие. Видите? Сюда тоже щетки можно. Ой, она такая большая. Она в экран не помещается. Смотрите. Класс. Знаете что? Она, по-моему, мне по ширине не войдет. Там, где у меня инструменты хранятся дома. Я сейчас попробую. Если она мне в тот ящик влезет. Я-то брала ее в машину. Здесь есть ручки вот такие. Смотрите. Вытащил ее. Посмотрел, что тебе надо, вот, я не вижу, ну, так вот, да, что тебе надо, достал и опять в багажник поставил. Это же класс. А чтобы, если она не нужна, она вот так складывается. Ой, сейчас. Она вот так складывается. Здесь вот застегивается. Сейчас я застегну. Слушайте, вот она, наверное, хорошо для инструментов домашних. Вообще бы класс был. Я сейчас посмотрю. Если она вам не нужна, вот она в таком виде, с такими кармашиками. Ой, еще и здесь кармашики, еще. Это точно. Я сейчас попробую. Если получится, я вам покажу. Смотрите, и как она выглядит, как портфельчик. А потом так разложил. Ну, сейчас посмотрим. И сейчас будет бомба. Так, мне уже надо второй, наверное. Но я сейчас посмотрю, подойдет она мне. Ио, оба. Видите? Кармашики. Вот. Кармашек. Вот, сбоку. Ой, мне она нравится. Ой. Вообще, девочки, вот представляете, даже мужу на 23 февраля подарить в машине, чтобы был порядок. Классно же? Сыну. Классно же? Для инструментов. Вот здесь какая-то как картонка, ну такая бумажная картонка. А здесь просто перекладины с такой тонкой картонкой. В общем, я думаю, когда мы ее... В общем, я сейчас попробую положить инструмент сюда. Если он поместится мне, то будет для инструмента, а вторую я еще закажу. Так, класс. Так, еще там, конечно же, все знают, что я пользуюсь щеткой зубной. Вот такой, она на батарейке, идет две запасочки, две. Ну, одной будете пользоваться и двумя. Но здесь вот, которая на щетке, обратите внимание, она кругленькая, да? А две запаски длинненькие, так что
кто любит круглые, кто любит длинную. Ну и я покупаю простые с Алиэкспресса. На мою зубную щетку есть запасные щеточки. Вот если такую щетку покупать, ну где-то месяцев на 10 хватает. Вот одна щетка и две запаски. Ну потому что 2-3 месяца нужно ж менять зубные щетки. Поэтому она на батарейке, я сейчас открою и покажу. Здесь идет одна большая батареечка. И ее просто вот так вот крутишь. Ну вот поначалу кто не пользовался электрическими зубными щетками, да, кажется, что нужно, главное, привыкнуть. Я уже сейчас привыкла, как моя Маргарита говорит: бабушка, ты лентяйка, что ли? Вот, ну, у меня много зубных щеток, я и такой пользуюсь, и простой пользуюсь. В общем, вот запасочки, смотрите, вам видно или нет? Кругленькая и прямоугольненькая. Так что, так. Так что буду пользоваться. Ну, не я, это будет или мужу, или сыну, у кого там у первых закончится. Сейчас аккуратненько сложу назад. Так что тоже оставлю ссылочку. Вот фирма. Ну, ссылочки я оставлю. Так, ну и что, мои дорогие, что самое-самое, что я ждала, это вообще бомбище. Я не знаю, я тетенька, бабушка, стараюсь быть продвинутой, поэтому мне это интересно. Вам кому-то, может, я расстрою, но мне очень интересно. Рюкзачок, вот такой рюкзачок. Сейчас я его открою. Он пришел вот в такой, смотрите, опа, такой упаковочке. Я сейчас его открою и покажу вам. Слушайте, думала, надо будет отрезать, а здесь все просто. Здесь вот замочек такой, вот здесь замочек такой, видите, пластиковый. И его открываешь вот так, оп, и он открывается. О, еще и хороший пакетик. Смотрите, рюкзачок как раз мне в Москву в поездку. Смотрите, классно же. Большой. Куча кармашиков. Застежки, кармашики для спинки. Ну, спинка, скажем, не ортопедическая. Но здесь самый прикол. USB-зарядка. Прям... в рюкзаке. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Видите? Вот он торчит. Значит, что-то туда надо как-то засунуть. В общем, это я еще не знаю. Ну, просто я увидела и думаю, вот этот рюкзак мне нужен. Сейчас мы его откроем. О-о-о, он как раз и сюда подойдет. Смотрите, и здесь карман еще есть. Подойдет для ноутбука, чтобы с собой брать. Смотрите, здесь вот есть такая молния. Ее открываем и как-то сюда что-то, наверное, засовываем. А, вот. Вот. Смотрите. Вот эти. И... наверное, ж как-то... А, и все, теперь он здесь вот торчит. Я, наверное, неровно, видите? Сюда заряжается, а сюда подключается, например, я не знаю, Mi Band или, ну, зарядная. Ну, в общем, вот такой продвинутый рюкзачок. И я сегодня с ним поеду в Москву, Так, здесь два... О, а здесь еще. Смотрите, как он хорошо. Он такой большой. Я сейчас, наверное, покажу, как ноутбук. Помещается он сюда или нет. Здесь еще карман. И еще большой карман.
Так, сейчас. Тут куча. Ого, какой он здоровенный, смотрите. То есть, как мне повезло, сегодня я поеду с ним. Сейчас я его... Сейчас я его закрою. Тут куча карманов закрывать надо. Ну, он вообще такой большущий. Ой, ой. Тут, оказывается, даже на талию можно его. Ну, у меня талия как у Натальи. Так. Как он тут делается? А, тут он зашнуровывается, что ли. В общем, сейчас я разберусь и вам покажу. Что, мои дорогие, так хорошо. И одел на пуховичок, и идешь, руки заняты, и снимаешь. Я же ноги. Все такие. Смотрите, как сзади классно. Так, сейчас буду подниматься потихонечку, а вы смотрите. Оп. Не знаю, видно вам или нет. Класс, 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 класс. Как вам нравится? Вот. Ну, он большой. Сейчас покажу вам, наверное, как это будет с этим, с ноутбуком. Так, смотрите, ребят, у меня вот ноутбук 37/26. И вот я его сейчас положу в это. Посмотрим, посмотрим, как он будет. Вообще, бомбеска, бомбеска. Боже, представьте. Смотрите. И сейчас я думала не брать с собой ноутбук. Но если такая бомбище, смотрите. Одеваем его. И идем. И тяжести не ощущаем. Еще у меня камера же будет. Я плохо... здесь есть как, в общем, на, ну, чтобы по ширине, по высоте направлять. И будет бабушка Элла так идти. Тин-тирин-тирин-тирин. Класс, да? Девочки, все ссылки я оставлю. Ой, что-то я перевернула, тут думаю, что-то мне не то. Я, наверное, не той стороной. О, класс, да? Вообще. Ну, еще куча тут же, я же говорю, куча карманов. Вот вешать за что. Видите, да даже вот школа, смотрите, всякие карманы, все. Вообще. И сзади спиночку. И здесь есть для талии, видать, ну, чтобы привязать к себе. И застегивается вообще куча карманов. Ну классно же. Ну, в общем, еще разбираться и разбираться надо. Что-то здесь еще застегивается. Или это вот эти... А, вот эти, наверное, вот. Они, чтобы завязать здесь, чтобы застегнуть. Ой, еще карман. Вообще, девочки, вообще. Фирма, вот. Вот фирма. Я думаю, вам видно. Класс. Ну, молодцы, молодцы. Здесь, вот же застежка есть. Вот. Сейчас покажу. Так, короче, вот эта застежка, застегивать вот к этому, чтобы, видать, не залез никто. Вот видите? Вот видите, я думаю, вам видно, как найти. Видно? Так что очень хорошая вещичка. В общем, девочки, все ссылочки будут внизу в инфобоксе. Кому надо, проходите. Вот знаете, кто в лес ходит, кто в поход, кто да по городу тоже хорошие. У меня есть рюкзак, но у меня он не закрывается на молнии. У меня затягивается на узелку. Вот здесь кожаный у меня. И очень неудобно. Здесь только кармашек, а все. А это вообще даже замена моей сумки. Ну,
ладно, мои дорогие, вот все, что я вам хотела показать и рассказать. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Подписывайтесь на мой канал, я есть в Инстаграме. Я есть ВКонтакте, группа моя есть. Все ссылочки будут в инфобоксе, конечно же. И еще идут мне посылки, тоже, по-моему, с этих сайтов. Покажу, конечно же, ну, это уже, наверное, когда я приеду с Москвы. Потому что, вы знаете, они идут одна, вторая, третья посылочка. Поэтому. Так что всем пока-пока, мои дорогие, до скорой встречи!